Самые яркие моменты Сочи Fashion Week 2017 прямо сейчас в эксклюзивном репортаже на канале World Fashion. Вы увидите коллекцию Glam Shine от талантливой Ольги Стопычевой, дебют дизайнерского дуэта Duet by Me и по музыкальному энергичный показ от Black Star. Вместе с нами вы побываете на грандиозной вечеринке закрытия Сочинской недели моды и узнаете, кому же достался специальный приз канала World Fashion в категории New Face. Сочи сейчас счастлив, что он находится в таком изумительном потоке. Это мероприятие замечательное будет иметь, конечно, продолжение. Неделя моды – это же праздник, это праздник для города, тем более в таких местах, как Сочи. Я считаю, что неделя моды должна быть каждую неделю. На ваш взгляд, какое мы можем оказать содействие молодым дизайнерам? Думаю, подобные мероприятия могут стать для начинающих дизайнеров отличным стартом. Меня зовут Екатерина. Я участвую в показе Алины Ангеловой. Как дизайнер. Первая коллекция такого масштаба, тем более участие в Fashion Week. Вдохновение было море. Сказки, которые я читаю детям. Это принцесса-лебедь, у которой луна под косой, звезда во лбу. Вот она плывет, она женственная, она романтичная. Платье по фигуре. Это платье с грациозными рукавами. От белого, пудрового. Черный я внесла уже как бы как классику. Меня зовут Наталья Козловская. Участвую в показе Анны Денекиной. Это платье может сделать из любой девушки красивую леди. У Анны Денекиной все платье связано с природой. Вдохновлялась прекрасным городом Сочи, побережьем, морем. Это образ романтичный, лесной нимфы, невесты. Мне очень нравится ручная работа, мне очень нравится вышивка, мне очень нравятся цветы, мне очень нравится все, что связано с природой, бабочки, листики, цветочки. Именно это все используется в моей коллекции. Я участвую в показе 25 модист. Наша коллекция состоит сейчас в основном из пальто. Только натуральные ткани мы используем. Кашемир, шелк, альпака, мохер. В дальнейшем мы планируем расширять ассортимент и использовать хлопок, лен, такие более облегченные ткани. Мы хотим предлагать как можно больше гармоничных, интересных образов. Каждую модель контролируем лично, сами проверяем на качество. Производство для нас это номер один сейчас. Привет зрителям телеканала World Fashion. Счастлива быть здесь. Для меня большая честь принять участие в показе. Тем более я открываю шоу.
красивое бриллиантовое платье с накидкой, с подплечниками и серебристые на высоком каблуке туфли. Посвящена прекрасным девушкам. Мне хотелось воплотить в жизнь что-то прекрасное, роскошное, сияющее. И в то же время, чтобы эти наряды можно было одеть в повседневной жизни. Ткани мы используем очень красивые, натуральные шелка, подклады, кружево, очень много ручной работы. Наши клиенты – это ухоженные, красивые девушки, которые стремятся к совершенству. Именно такие девушки приходят к нам чаще всего. Сейчас очень популярно заказывать именно у российских дизайнеров, поддерживать отечественного производителя. И мне самой нравится, когда на меня шьют, когда со мной общаются люди на моем языке и создают что-то новое. Саратова Юля, я из города Сочи, участвую в показе Your Fashion. Мне безумно нравятся штаны, это черная классика, они на высокой талии, что делает ноги еще длиннее. Сегодня мы представили 20 луков. Самый, наверное, мой любимый лук – это комбинезон, выполненный из шелка, он черный, облегает женскую фигуру. Мы представили коллекцию «Шерше ля фам». Она напоминает нам о Париже, о девушке, о женственности и о прекрасном мужчине, который все-таки следует за ней. И мы эту женственность пытаемся настроить на нашу коллекцию. Очень радует то, что русские дизайнеры сейчас становятся на уровень выше. И многие даже, как раз таки Лондон, Париж, Нью-Йорк, носят русских дизайнеров и говорят об этом всему миру. Главное найти свою нишу и в этой нише уже трудиться и развиваться. Мне понравился показ «Дуэт пойми». Особенно впечатлива обувь. Непринужденная и явно очень удобная. Мы представили коллекцию «Весна-лето 2017-2018». У нас была задача показать, что наши вещи можно как бы использовать как базовый гардероб. Это простые формы, да, лаконичные, минималистичные. Это девушка, уверенная в себе, которая хочет одеваться стильно, да, но при этом у нас демократичные цены. То есть мы хотим, чтобы одежда и обувь была более доступна. Не нужно опускать руки и думать, что это, наверное, не мое, и, наверное, верить в себя все же всегда. Сазутова Ирина, мне 24 года, и я участвую сегодня в показе Марины Мак. Мой образ, он легкий, он летний, он романтичный. В нем присутствует мой любимый розовый цвет, поэтому, можно сказать, я в этот образ влюблена. Я в восторге, все прошло отлично. Я чувствовала себя уверенно, совсем не волновалась. На мой взгляд, коллекция адресована молодым людям, которые следят за трендами. Образы практичные, непринужденные, актуальные. Отличный выбор для любого случая жизни. Потрясающая коллекция. Все
Сочи Fashion Week 2017 подошла к концу. А отметить это знаменательное событие мы приглашаем вас в Лондон. Именно так называется клуб, где телеканал World Fashion устраивает самую зажигательную вечеринку и вручает специальные призы восходящим звездам модельной индустрии. Некоторые дизайнеры, они не просто показывают коллекцию, а они погружают людей в какую-то определенную атмосферу. Вот это редко получается у кого-то, но кто-то это делает. Я на самом деле очень счастлива и очень рада тому, что я участвовала в этом Fashion Week и получила вот такую награду сегодня. Я надеюсь, что я в скором будущем реализую свою мечту, попаду в Москву и поучаствую в этом проекте. Я очень счастлив, что проходит в Сочи, и мне хочется пожелать только успехов, большего развития, чтобы это было больше, ярче, было больше талантливых дизайнеров. Я впервые в Сочи. Неделя моды впечатлила. Я открыл для себя немало талантливых дизайнеров. О вкусах не спорят, да, главное, чтобы песня была хорошая и вещи носибельные и удобные. Это очень важно. Мое твердое убеждение, что красота спасет мир. Было очень много гостей, было очень приятно ощущать то, что у тебя на мероприятии люди приходят, им уже некуда заходить, двери закрываются, там образуется очередь. Наверное, это и есть один из показателей успешности проекта. В марте будет следующий. Неделя моды. В скором времени у нас на сайте появится информация уже по датам и где будет проходить данное мероприятие. Наши партнеры поддерживали нас в лице генерального информационного партнера World Fashion Channel. Когда вы освещаете информацию о начинающих дизайнерах, это им помогает перейти на определенный другой уровень. Вы делаете большое дело, и мы будем благодарны, если вы и в последующем будете с нами.